Chery Tiggo 7 – это модель 2016 года, но из-за вялого спроса на родном рынке марка спешно подготовила второе поколение кроссовера. Со сменой поколений Tiggo 7 стал крупнее, радикально сменил имидж и обзавелся полностью новым салоном. От старой семерки не осталось ровным счетом ничего. Кроме, пожалуй, базового турбомотора объемом 1,5 литра. Однако для тех, кто любит погорячее, теперь доступен более мощный двигатель. Он также ставится на крупные машины, включая большие кроссоверы премиум-бренда Exeed. Единственное разочарование — это строго передний привод. Хотя для Китая, где новинка стартует через несколько месяцев, это не проблема. Любые паркетники там хорошо расходятся и без трансмиссии 4x4. Для марки JAC автосалон в Гуанчжоу — домашнее мотор-шоу, поэтому бренд посчитал обязательным выступить эффектнее других. Ради этого на стенде появился яркий концепт. Создатели называют его самым аэродинамически эффективным автомобилем на сегодняшний день. Другой интересный момент — посадочная формула модели. Для троих пассажиров и водителя установлены отдельные ковши, а в задней части салона смонтирована роскошная ложа. Кроме того, между первым и вторым рядами сидений предусмотрено стационарное детское кресло. Впрочем, ни компоновочные, ни аэродинамические премудрости не имеют никакого практического смысла. Седану суждено остаться лишь шоу-каром. Кстати, совсем скоро марка JAC придет и в Россию. У нас уже сертифицирован 7-местный кроссовер GS8, одноклассник таких машин, как Toyota Highlander и Honda Pilot.